Встречали святыню в станице Новодонецка. Именно здесь, в Свято-Троицком храме, теперь и будет находиться ковчег с мощами. Приложиться к нему и помолиться покровителю воинов, Георгию Победоносцу, съехали сотни верующих со всего края. На богослужении побывал и губернатор Кубани Александр Ткачев. Именно при его содействии один из старейших храмов региона навсегда стал обителью мощей великомученика. К слову, для того, чтобы прикоснуться к святыне, не обязательно ехать в Новодонецкую. В ближайшее время мощи Георгия Победоносца побывают и в других городах края.